просто закончу. 10 и тебя подожду. Понятно. Иди, иди в Якудзу, хорошо. Ну, я типа тогда поиграю, наверное, где-то часика полтора, не два, окей. Ну, может, хоть до 12, ты же мне особо-то не нужен, но я покушаю там без тебя. И... Грубо. Так, давай-давай этот, как будто психанули, сделано так, смотри, капсом. Грубо. Все, уходим. Психуем, закрываем такие, опа, опа, и да? Ответа не слышим даже, все. Нет. Может, я и не умею красиво говорить, но все дело вкладываю душу. Может, уважите старуху? Нет. Нет. Не упрямьтесь. Попробуйте. Это же всего лишь пакет каштанов. Почем знать, вдруг он изменит вашу жизнь? Нет. Ну не хочу я, тетя. Заставлять не стану, но они правда очень вкусные. Ну что, берете? Нет. Мне деньги нужны, понимаете? Деньги важны. Прошу прощения за настойчивость сердечка, но вы просто обязаны их купить. Каких-то 300 йен. Нет, я не буду покупать, простите. Вкуснейшие каштаны, 300 йен. Возьмете? А-а-а, нет, я нечаянно нажал. Ну не сейчас, вот почти сейчас. Как ты думаешь, чат, мы сможем? По башке девочки. Девочка, отойди, не мешай. Мне ее жалко в одних шортиках, босиком. Да, тут и я в одежде зато. Девочка. А вот и боевочка подъехала. Заряжай! Давай! Быстрее! Нихера себе, боже. Кто-то лох у нас оказывается, да? Так, это все очень нехорошо. Это все не очень, не очень. Я думаю, она не одна тут такая. Или он, или оно. Ага, понятно. 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 Нет. Блять, иди отсюда. У меня новая фобия. Пенсионерки с вытянутой шеей. Погнали. Погнали! Погнали! Нет, бежим! Боже мой! Я говорил, что это произойдет! Я знал! Бежим! Открой дверь! Ты чё, блядь? Не надо! Не надо! Не надо! Да что ты сделал? Ты меня бьёт! Где я вообще? Господи! Что происходит? Куда мне идти? Все двери закрыты. Куда мне... Блять, я нажал не ту, пожалуйста. Пожалуйста, опусти меня, блять. Куда ни... Мне пизда. Сука, ты тупица. Дайте дверь. А, блять, дайте дверь. Ой, чуть не обкакался. Я не туда пришел. Все отлично, все хорошо, мы справились. Мы молодцы. Чат, мы живем, боже, мы все еще живем, я в шоке. Сань!
Аня! С возвращением на борт, капитан. ВЧС. Воу! Похоже, это будет долгий день. Брит Эдж. Брит дыхание, Эдж, край. Затерянный в космосе, глава 1. Опять драма. Лгать мне. Не могла быть логотип. Не могла смотреть на чулок из космоса. Рассказывать правду. Подтверждать. Ах ты тварь! Продолжить ваш ни разу не приукрашенный рассказ. Все. Все. Больше он ничего не помнит. Пип-пип. Карма. Мгновенная карма. Подожди. А как на клаве ходить в сторону? Во. Теперь и правда, как на дискотеке. Да, вот тут можно эвакуироваться. Так, стоп! Эту стоп. Фигню могут взять только монстры, Тёма. А ты можешь её взять? Нет, это не появилась никакая. Ладно. Тёма монстр, да? Да, в смысле, я наоборот проверял, чтобы ты монстром не была. Конечно. Так, они меня сейчас задушат. Они не могут меня задушить! Потому что они два монстра, Артур и Ева. Даша, не туши меня! Даша! Ева, убей его! Убей! Артур и Ева, ты, блядь, никто не остался! Нет! Аня в углу такая! Нет, никто не остался! Никто тебе не поможет! Бип-бип-бип, бип-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 бип. Господи, какой кошмар. Так, самолет летит, чей? О, боже. Я тупо забыл, какая кнопка была. Ай, гата! Слэк! Это? Это же не окно даже, да? 04. 04, 04. Ах ты ж падла ты такая. Блин, никуда не пройти. Блин, ну да успокойтесь, нет. Я добрался до цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Я делаю скрины просто. А лодка где? Это очень красиво. Лодка где? Ну вон я. А почему эта дорога кончилась уже? Да. А. Но он сказал, что он до сих пор только застроил. Ну здесь вот уже можно аккуратненько спуститься, да, вниз, я страхую. Да, я тоже так думаю, Джек, давай, ты сможешь. Просто там. Я держу! Я же сказала, так будет быстрее. Стойте, я ее починю. Подождите, я ее починю. Дерева нету. На дерево, на, вот тебе дерево. Ну, строитель дорог, да, вот только единственная проблема дороги, что ее нет, как бы, да, как бы, полдороги есть, а полдороги нет. Да вы срочно просто засобирались, я думал, тут еще полгода будете жить. Ну, строил. Давайте вы вдвоем бегите к кораблю и скиньте свою руду туда, и еще потом меня заберете. Нет. Меня дракон прилетел. Голем просто дракона рукой меня вкинул. Еще одно яйцо нашел. У кого-то там яйца, големы, драконы. Еще дракон! Мама! Понимаю просто, что происходит. Я просто пришел смотреть. Драконы мочат голем, потому что он яйцо пытается забрать.
Так ему и надо. Мама. Так, портал. Как сказать, портал? Сначала тут достать верстак с радой. Где он? Вот он, верстак. Верстак. Я поставил? Нет. Так, теперь портал. Где портал? Вот портал. Так, портал там назовете как-нибудь там, типа, и скажете мне, я тоже назову. Я, да, сейчас. Я тут закладываю в плавильник просто все это. Угу. Говногора 2 или как? Шо Говногора 2, да, конечно. Говногора 2. Что за вопрос? То есть, соответственно, удовольствие не дополучено. А в игре есть животные, на которых можно ездить? Да, мы с Артуром и на нас дошли. What the fuck? Из болота вылезла какая-то жи... 25 хп! Артур! 4 хп! Даша! Понимаю. Лучник! Уплывай! Бля, я застрял! Уплывай! Мы на мели! Мы на мели! Мы на мели! Бля, Даша, делись с ним! Да я пытаюсь! Габела! Это все ты виновата со своим. Давай посмотрим этот дом! Я умерла! Ты умер? Ты тоже умер? Да, мы я умерли. Такой, камень, камень, тунь-тунь. Че на краю? Че на краю там? О, боже мой! Че там, че там? Мне мешают паруса, я камеру отдалю. Понимаю! Все. Я по текстуру уезжаю!